Привет, зритель, снова я не удержался. Это будет, наверное, несколько маленьких роликов на телефон с дрожащей слегка лапой. Там что-то плывет. Возможно, какой-то теплоход, судя по волнам. Мой велик. Точно теплоход, походу. Сейчас я второй рукой его буду придерживать, чтобы он особо не трясся. Тут прикольно, на этом телефоне можно увеличить так, что будто бы то, что близко, находится далеко и более четко выглядит. Странненько. Нигде в таком другом виде такое не видела. Точнее, такое нигде больше не видела на съемке телефонов. Я так поняла, что там тропинка. Но я не рискую туда пройти. Ощущение, будто это асфальт. Странное что-то. Наверное, это не асфальт, это что-то другое. Ух ты, как берег-то отсюда видно. Тот кусок, который крутой такой. Оно отплыло. Просто я подумала, что на фотку фоткать. Ну как-то это. Все не захватишь. Намного фоткать. А можно заснять? В следующий раз сюда приду с какой-нибудь едой. Приеду. Потому что на свежем воздухе начинается хотеться есть. А я с утра только смузи какой-то замутила. Вообще давно смузи не делала, тут недавно сделала. Банан, черная смородина и чуть-чуть молока. Чем я была уверена, что достаю из морозилки. Как я там забыла, как ее звать-то? Чернику? Мне оказалось, что это смородина. Оказалось, что эта смородина уже обоняла, когда ее... Сейчас, тихо. Ой. В комменты жду, будь здорова. Короче говоря, и если вдруг такое будет, то спасибо. Когда закинула уже в чашу блендера, то поняла, что это не смородина, а не черника. Перед этим достала контейнер черной рябины, черноплодной, которая ранее. Тоже думала, что это черника. Такое ощущение, будто там еще что-то плывет. Хотя до этого в обратную сторону, ну, в ту, противоположную, теплоходу прошло что-то такое. Типа боржи, что ли. Сагитировать бы кого-нибудь. У меня сейчас знакомых-то таких нету. Кем можно просвернуться вот здесь вот. Ну, сюда, допустим, даже. На великах, либо пешкодралом. Вот этот пень. Мне сначала показалось, что это какой-то остатки костра. Но он такой интересный. А, тут еще просто, видимо, навалено всякого такого деревянного. Я имею свойство на природе зависать. Обычно в деревне так случается. Но здесь вот в паре мест на одном поле у меня так бывает. Я ушла на полчаса и вернулась через два. Да, там что-то еще плывет. Более плоское. Ладно, пусть плывет. А я пощель. Пока, зритель.